Добрый день, сегодня у нас обзор нашей новой кожаной мужской сумки. На самом деле модель не совсем новая. У нас есть похожая модель, 10-18 артикул у нее. Но эта модель немного модифицирована. Мы здесь используем дорогие кожи, металлическую молнию и немного измененную конструкцию ручек, и вот тут углов и внутреннего наполнения. В этой сумке сзади вместительный карман на молнию. Спереди вот большой накладной карман. И основное отделение на двойной молнии. Внутри у нас карман на молнии. Отделение для папок формата А4 или мобильного устройства такого же формата. И здесь вот кожаные кармашки для телефона и мелочей, карточек. В комплекте к сумке идет съемный кожаный плечевой ремень вместе с тканевой стропой.